Боец в синем углу, firing up on the blue corner. Ему 27 лет, рост 162 сантиметра, вес 57,1 килограмма. Профессиональный рекорд 6 побед, 4 поражения. Ladies and gentlemen, he's 27 years old. He stands 162 centimeters tall, weighs 57.1 kilograms. His professional record 6 victories and 4 defeats. Из Еревана, Армения, приветствуйте в Хитар Барсега! Его соперник в красном углу, fighting out of the red corner. Бойцу 24 года. Его рост 167 сантиметров, а вес 57,1 килограмма. Его профессиональный рекорд близок к совершенству. 11 побед и только одно поражение. Ladies and gentlemen, he's 24 years old, standing 167 centimeters tall, weighing 57.5 kilograms. His professional record is close to perfection. 11 victories and only one defeat. Из Красного Россия приветствуйте Ахмед Амазаев! Reverend Judge Дмитрий Валдуевич. ACA 179 продолжается, и у нас наилегчайшая весовая категория, дивизион до 57 килограммов. Ахмед Хамзаев в красном углу, в синем Мхитар Барсегян. Готов? Готов? Первый раунд. Стоит отмашку Дмитрий Валуевич, смотрим. Да, неплохо. Фронт-кика. Да, с фронт-кика начинает свои атаки. Ахмед. Да, владеет ногами великолепно и показывает здесь в самом начале, что он так легко, как на пружинке, двигается, готов разбрасываться. Мхитар пока не спешит взрываться в этом противостоянии. Джеб от Барсегяна. Да, по касательной пока так друг другу попали. Довольно резкие перемещения от Ахмеда Хамзаева. И здесь джеб на сближении. Действительно лег пока Ахмед, пытается прессинговать Мхитар. Без попыток борьбы пока обходимся. Еще один джеб. Просит Армен Гуля, качай, качай. То есть ту же самую работу делать по-хорошему, что делает сейчас Ахмед. Очень легкий на ногах, неуловимый и постоянно непонятно, откуда прилетит следующий удар. Ну, видно, что Ахмед Хамзаев не прочь попасть левым хайкиком. Возможно, это желание у него появилось сегодня после просмотра боя Шабля и Нурмагомедова. Кто знает. Ух ты, какая связка! Но по защите. Но все... успел поставить руку Мхитар. Очень эффектно было. Хорошо, добавляй. Провалился немножко Мхитар и просят от него еще поработать на руках. Возможно, кстати, не хватает от Барсегяна давления. Вот как работает уже под давлением Ахмед? Калф-кик. Это другой вопрос. Стойку не меняет. Мхитар с левой ногой пока все в порядке. Еще одна атака. Вроде бы выиграл пространство Барсегян, но дальше пойти не смог. Навстречу хорошо пробивает Барсегян. Пусть и там вскользь немножко. Да нет, покраснение-то да, под глазом да, есть. Было попадание, причем довольно плотное, потому что навстречу. Плюс один калф-кик для Мхитара. Причем еще хорошо с заведением стопы вот за колено. И видно, что покраснение на ноге есть. Еще один джеб. И проблемы какие-то у Мхитара. Но встреча не останавливается. Хамзаев пошел вперед, готовит клинч и колено. Нет, хай-кик. Почувствовал кровь здесь Ахмед Хамзаев. Клинч вновь продолжается. Но там были небольшие проблемы, видимо, с глазом у Мхитара Барсегяна. И, конечно, забрал этот эпизод. У него глаз. Хамзаев. Мхитар сейчас говорит, я ничего не вижу. И проблема с глазом подтверждает это Ахмед. Но встреча не останавливается. Нарушений не было. Дмитрий Валуевич встречу решил не тормозить. Да, причем Мхитар хорош на руках. У него есть мощь в попадании, но пока... не получилось попасть. Ну, возможно, уже проморгался здесь Барсегян. Еще одна атака. Попытка побороться, да, отлично. Посмотрим, будет ли перевод. Почти получился, но так или иначе забирает Барсегян спину.
Силой потихонечку пытается развернуться Ахмед Хамзаев лицом к оппоненту. Нелегко ему это дается. Попытка гильотины может быть. Контроль ног от Барсегяна. И сейчас, если освободит он голову, а это скорее всего произойдет, он может серьезно улучшить свое положение. И встречная попытка здесь побороться. И одновременно встает Хамзаев еще раз. И теперь уже разворачивает. Да, здесь состоялся перехват инициативы. Контроль стойки считается Ахмеду. Стомп. Где-то полгода назад, может быть год, стомпы прям очень часто стали использовать. Потом это прекратилось. Но тенденциозность вообще она всегда присутствует. От сезона к сезону. В одноименной комбинации в этом году популярны. Вот здесь хорошо пошел вперед. Спасибо нам подсказывает наш продюсер Андрей Баловинцев. Не было нарушения правил. Был абсолютно легитимный удар в глаз. Так что все в порядке. И Дмитрий Валуевич тоже все увидел и правильно оценил. Справа попадает Гитар. Колено не смог донести. В стойке. 10 секунд. Интересный раунд, содержательный. Мы с вами посмотрели, то ли еще будет. Ну а сейчас бойцы отправятся на первый минутный перерыв. Бэквит с хайкиком. Красиво получается у Ахмеда. Все. Капу мне покажи, капу мне покажи, хорошо. Капу мне покажи, капу покажи, хорошо. Стоим, стоим. Шаг назад. Шаг назад сделай, я скажу. Стоим, стоим, стоим. Второй раунд. Итак, второй раунд. Китара Барсегян против Ахмеда Хамзаева. Начинает в своем фирменном стиле прессинговать Ахмед. Качает корпусом, двигается чуть вперед. Китар собран и внимателен. Двойку выбросил здесь по корпусу, постарался достать. И опять с корпуса на голову. Здорово перекладывает Барсегян, причем без борьбы. Я думаю, сейчас он понимает, в чем его преимущество. Вот этой работе удары с шагами, когда он идет вперед. Совершенно непонятно, куда он дальше следующий нанесет. То ли слева, справа боковой, или по корпусу. И опять с переводом на голову. Хорошая взрывная сила, вот низкий центр тяжести, он позволяет так работать. Барсегяну нужно это использовать, коль он хочет здесь победить. А вроде бы ничего принципиально нового не придумывает Мхитар. Но вот эти уклоны вниз и тут же выбрасывание двойки по корпусу и в голову работает. Хорошо. Здорово. Правый прямой от Ахмеда. Опять через руку готов попадать здесь Барсегян. Здорово! Опустил коротко. Да, нельзя задерживаться на дистанции Хамзаеву. Нужно обязательно смещаться с линии атаки. Нет, перевода не будет. Вот если мы берем как раз длинную дистанцию и среднюю, то там преимущество у Ахмеда все-таки определенно имеется. Он может работать на очки, но в итоге борьба. Здорово! Переводит гитар оппонента. Смотрим на секундомер. Чуть больше 3 минут. Докатил. Докатил эту борьбу. Оказался сверху. И, возможно, это очень важный эпизод в этом противостоянии. В рамках этого раунда. 100%. Потому что, поправь меня, если я не прав. Я не помню в первом раунде вот подобного эпизода с контролем. Столь продолжительного. Со стороны Барсегяна. Или все-таки был.
Да, кажется, один эпизод там был. Но вот здесь уже достаточно долго находится в этом положении Мхитар. Упирается головой. Гард закрыт. Еще несколько ударов. Апкик возможен. Можно переходить на ногу, но все. Контролирует и видит Барсегян. Докрывает сверху. Здорово. Поднимается Хамзаев. Есть возможность здесь расцепить захват и избавиться от этого клинча навязчивого. Стремился там еще и ногу заправить Хитар Барсегян. Не получилось. Защищается Хамзаев. Чуть больше двух минут. Упал темп. Неплохо. Провел за шаг Мхитар Барсегян. Но нет, перевод мы не увидели. Вновь дистанция. Может быть, еще одна вертушка будет от Ахмеда. Фронт-кик не заходит здесь. Отдавливает Хамзаев. Лёстка. Удар на удар и вертушка. Да, видно, что неплохо поставлена эта техника у Хамзаева. Несколько тайских типов пробил. Ну, ноги, конечно, очень хорошо стоят. Вот. Здесь неплохо. Опять Барсегян идет вперед. Опять этими размашистыми ударами. Шагами. Ну вот опять же, на длинной дистанции у Ахмеда появляются шансы по набору очков. И здесь здорово донес удар до цели. Коснулся или нет? Ну, если коснулся, то вскользь. Видно, что результаты это не принесло. А вот сейчас как бы Мхитар не законтрил этот эпизод. И вот здесь, да, в борьбе он выглядит чуть-чуть предпочтительнее. Попытка треугольника может быть со стороны Хамзаева. Нет, да. Не получится. Обходит защиту вновь Мхитар Барсегян. Здорово. Здесь, скорее всего, поднимется Хамзаев. Браво. Мхитар здорово борется. Причем как в защите, так и в атаке. За его принципиально важно оставаться легким, быстрым, подвижным. Боковой был. Такой с места. Не очень сильный, но точный. 10 секунд. Последнее мгновение. И здесь слева, снизу достает Хамзаев. Перерыв. Хорошая концовка раунда, надо признать. Вот и Руслан Хамзаев здесь как раз с крупным планом вместе с Алексеем Яценко. Нервы, которые сжаты в кулак, которые не показывает никто, но мы все знаем. Да и бой-то получается конкурентный, близкий, возможно, 1-1 вообще счет. Да. Что касается драматургии в этих противостояниях в сегодняшнем турнире, то пока полный порядок. Напряжение держится до самого последнего сигнала об окончании противостояния. И пока без досрочных финишей. Но при этом зрелищность очень высокая, как-то все ритмично проходит. Вот здесь, обратите внимание, да, крупным планом. Вот та самая сечка. И кровь заливала глаз, и поэтому возникли проблемы у Мхитара поначалу. Делай, пожалуйста, шаг назад. Стоим. Закрывается калитка. Третий раунд. Фуй! Заключительный раунд, поехали. С уважением друг к другу, но сейчас нужно поработать еще пятиминутку и все. Пытается контролировать пространство Хамзаев. Здесь перекрылся. Мимо, и бэкфист тоже по воздуху. Есть еще рассечение, да, я так понимаю. У Мхитара под другим глазом. Передней рукой тем временем. Мхитар отрабатывает, причем плотно. Кто кого поймает, у кого лучше тайминг. Очень опасно, очень близко. Да, эти размены могут стать, в общем-то, моментом истины противостояния. Все может закончиться в них. И у нас клинч. Кто будет лучше в нем?
На выходе попадает Мхитар, а вот ногу до цели донести Хамзаев уже не успел. Торопится Барсегян, тут же налетает и просто натыкается на удары от Хамзаева. Вовремя руку на месте держит Ахмед. Везде здорово. Ай, какая красота. Отличный шанс для тейкдауна был у Ахмеда Хамзаева. Но даже здесь успел сориентироваться Мхитар. Он на ногах. Ну, однозначно ролики с участием Джона Джонса Хамзаев смотрел. Я думаю, да, не один раз. Хоть и вес принципиально разный. А вот здесь Мхитар, посмотрите, как уцепился за ногу. Может попытать счастье и перевести Хамзаева. Это может служить ему хорошую службу. Попытка тейкдауна. Сейчас будет. Пока на ногах парни. Руку продеть там не получается. Зацеп у Барсегяна тоже не выходит. И получается контроль стойки считается то одному, то другому. Сейчас разорвется, наверное, дистанция. Локоть на коротке от Ахмеда. Такой увесистый, опять обоюдно остро. Эп. Здорово. Теперь то же самое проворачивает Барсегян. Но не успевает перевести. Это да. Так все просто. Вот здесь зацеп пошел. Пол раунда еще. Есть. Пошел на нижний этаж Барсегян и тут же расставился правильно Ахмед. Перевода не будет, пока не будет. Хороший баланс, чего уж там. Показывают в углу, да, поднимать Мхитара. И что, собственно говоря, Ахмед Хамзаев и делает. Базовая защита на одной ноге. Есть тейкдаун. Очень важный перевод для Мхитара в этом раунде, а может быть вообще в поединке. Очень напряженный бой, дамы и господа. Забирает спину, но заправить ноги не может Мхитар. Еще один зацеп, но здесь перевод, наверное, не засчитают. Но так или иначе, все-таки больше контролирует Барсегян. Да, искал, видимо, приема. И поэтому повторная попытка сразу же прохода со стороны Барсегяна. По переводам 2-2 на эту секунду. Армен Гулян там активно работает. Отличное действие, ух ты. Попытка узла плеча, но при этом на пятой точке оказывается Ахмед Хамзаев. И здесь уже контроль совершенно точно идет в актив бойцу из синего угла. Поднимается Ахмед, вновь он на ногах. Дает спину, но нет. Так, опять же, в полупозиции находится, полубоком. Ай-яй, хватается за сетку. Да, так делать нельзя. Очень много борьбы все-таки. Последнее мгновение. Ну и что там насчитают судьи? Проборол или нет Мхитар оппонента? Поединок завершен. И скидывает руки сразу же Мхитар. Дает круг по клетке и возвращается в свой угол. А нет, еще один. Очень много адреналина, который нужно высвободить. И вот только сейчас, да, можно дать возможность себя немножко привести в порядок. Аки-маки. Капу набыла.
еще одна небольшая пауза перед вынесением вердикта. Итак, уважаемые дамы и господа, по завершении боя все 5 судей одинаково оценили этот поединок 29-28. Ladies and gentlemen, after the end of action, all 5 judges are in agreement, scoring the same 29-28. Таким образом, единогласным решением победу одержал all in favor of your winner by unanimous decision... Мхитар Барсегян! Мхитар Барсегян выигрывает в этом противостоянии, выигрывает по делу второй, третий раунд, остались за ним.